Здравствуйте, друзья, с вами Борис Оборотов и компания GSMRepeater.ru. Может показаться, что для лучшего приема сотового сигнала нужна самая большая антенна с самым высоким коэффициентом усиления. Однако на самом деле это не так. Точнее, не всегда так. Во многих случаях сверхвысокий коэффициент усиления просто не нужен. Например, когда вы устанавливаете усилитель связи в городе или пригороде, на улице обычно и так имеется уверенный сотовый сигнал. В этом случае нужна антенна, которая сможет принять сигнал и завести его по кабелю в помещение. Высокий коэффициент усиления в этом случае может даже сыграть злую шутку. Чем выше коэффициент усиления, тем более узкую диаграмму направленности имеет антенна, а значит ее сложно настроить на источник сигнала. В городской среде настроить узконаправленную антенну может быть довольно нетривиальной задачей. Специально для городов, пригородов и коттеджных поселков разработана антенна Zara 3G 4G. По сути, это младшая сестра антенны Zara MIMO, о которой мы уже рассказывали на нашем канале. Обзор вы можете посмотреть вот здесь. Но если Zara MIMO предназначена для подключения к 4G роутерам и модемам, то обычная Zara подойдет для репитеров, то есть усилителей сигнала, и других устройств с одним антенным входом. Zara работает в диапазоне частот от 1700 до 2700 МГц. Это означает, что она поддерживает большинство стандартов сотовой связи, которые используются в городах и населенных пунктах. Это и основной российский 3G стандарт, и несколько скоростных 4G стандартов. Усиление антенны достигает 15 дБ в верхнем диапазоне частот, в нижнем около 12 дБ. Этих параметров более чем хватает для работы в городских условиях, а также для приема ослабленного сигнала, например, на даче. При этом угол обзора у антенны остается достаточно широким, порядка 30-35 градусов. Сама антенна очень легкая, без крепления она весит 0,5 кг. Размер панели также очень компактный, всего 220 мм по высоте и ширине и 55 мм по толщине. На задней стороне антенны размещен разъем EnfoMail. Это стандартный коннектор с сопротивлением 50 Ом. Такой же разъем используется на большинстве репитеров. Соединительный кабель не входит в комплект поставки, его нужно подбирать отдельно. Стандартный крепеж из комплекта позволяет установить антенну на любую трубостойку диаметром от 20 до 52 мм. Это может быть фасадный кронштейн, столб или выносная мачта. Мы уже давно используем эту антенну на монтажах и подтверждаем, что она очень эффективна при работе с репитерами частотных диапазонов 1800, 2100 и 2600 МГц. Также мы ее рекомендуем для недорогих модемов и роутеров, у которых предусмотрен только один внешний разъем. Например, она отлично подходит для роутера Huawei B311. А вот использовать ее с роутерами, которые имеют поддержку двойных антенн MIMO, имеет смысл только в целях экономии. Работать будет, но вы жертвуете одним из каналов связи, а значит и скоростью соединения. Ссылку на эту антенну вы, как всегда, найдете в описании. Я на этом с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будьте всегда на связи и до новых встреч, друзья!